зовут Егор, мне 6 лет. Я Яйка, мне тоже 6 лет. У нас группа Непоседы. Когда я вырасту, я хочу стать механиком. Мне нравится чинить. Когда я вырасту, я буду будущим спортсменом. Поднимать гантели всякие. Мои лучшие друзья – это Сёма, Ярик и Платон. Мне нравится в детском садике физкультура и зарядка. Мне нравится тоже физкультура и Екатерина Сергеевна, и в нее заниматься. Мне Егор нравится, Алик Качатуян и Егор. Я уже хожу на подготовку. Я скоро пойду. Вот когда будет праздник выпускной, тогда у меня будет день рождения на 3 сентября. Когда я уйду в школу в первый класс, тогда я буду очень скучать по садику, потому что в садике там не надо руку поднимать. Еще там задания не такие, там где думать надо. Я буду скучать по детскому саду, там разные игрушки, и там занятия разные. Нас в школе научат читать и писать. Но, правда, я уже умею писать цифру 10. Мама, папа, я обещаю, что я буду хорошо учиться в школе. Мама, папа, я обещаю, что я буду очень хорошо в школе учиться. Садик, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Платон, мне 6 лет. Я скоро пойду в школу. Мое любимое время года – это лето. Меня зовут Артем. Я скоро пойду в школу, и мое самое любимое время года – зима. Когда я вырасту, я стану чемпионом по дзюдо. Когда я вырасту, я хочу стать полицейским, потому что у них есть мотоциклы полицейские. Мне в садке нравится заниматься, играть с друзьями. Мне нравится в садике заниматься рисованием. Мой лучший друг Егор, Сёма и Саша Камальдинов. Мой лучший друг Сёма. Я люблю больше всего макароны. Я больше всего люблю винегрет. Мой любимый воспитатель Ольга Львовна. Мой любимый воспитатель Татьяна Александровна и Ольга Львовна. Ольга Львовна, она не кричит. Я люблю Татьяну Александровну, потому что она добрая. Я хочу, чтобы у наших воспитателей были детки, которые не баловались. Я хочу, чтобы у наших воспитателей были послушные детки. Если бы я был президентом, я бы вас сказал бы, чтобы воспитателям платили больше денег. Садик, до свидания, мы будем скучать за тобой. Здравствуйте, меня зовут Тимур, мне 6 лет. Я хожу в детский сад группы Непоседы. Меня зовут Каролина, я хожу в детский сад Непоседы, мне 6 лет. Когда я вырасту, я хочу стать полицейским, потому что я хочу ловить преступников и сажать в тюрьму. Когда я вырасту, я хочу стать поваром, потому что я люблю готовить. В детском садике мне нравится играть с друзьями. Саша, еще один Саша и еще один Саша. Мне нравится в детском садике играть с девочками. В детском саду мое любимое занятие – это рисование. Мне нравится еще гулять на нашей площадке. Там есть карусели, горки. Я буду скучать очень по детскому саду. Я буду скучать по детскому саду и по своим друзьям. Мое любимое блюдо в детском саду – макароны по-флотски. Даже мама не умеет готовить так дома. Я очень сильно люблю в детском саду спать. Мой любимый воспитатель – Татьяна, потому что она хорошая. Мой любимый воспитатель – Ольга Львовна. Она добрая. Мама, папа, я буду в школе учиться на пятерке. Мама, папа, я буду учиться в школе на пятерке. Детский садик, пока. Здрасте, меня зовут Толик. Мне в детском саду очень интересно, и я люблю играть с друзьями.
Здравствуйте, меня зовут Сёма, и я люблю играть в футбол и вместе с друзьями. А я хочу стать, ну, в Тихом океане продавать рыб больших, ловить и продавать. Ну, у меня все воспитатели любимые. Екатерина Сергеевна по музыкальному, вы и Наталья Владимировна, и Татьяна Александровна, и Ольга Львовна. Мне нравится воспитательницы. Ольга Львовна, Татьяна Садовна. Я люблю Ольгу Львовну, потому что она веселая, никогда не ругает и всегда дает побаловаться и поиграть. Татьяна Садовна всегда дает задания. Зарядки делать. Математику там. Тетрадках. Я больше в детском саду, я все люблю. И спать, и кушать, и играть, и гулять. Я все люблю. У нас самый лучший садик во всем мире. Спать, гулять, кушать, заниматься. Я очень хочу пойти в школу, чтобы научиться читать, писать, ходить и разговаривать с друзьями. Я хочу пойти в школу, чтобы заниматься, читать, пятерки получать. До свидания, детский сад! До свидания, детский сад! Меня зовут Саша. Мне 6 лет. Я люблю садик. Меня зовут Миша, я хожу в детский сад, мне 6 лет. Я люблю играть в футбол. У меня много друзей, хорошо командинов, Айкеян, Сёма, Платон, Тимур, Ярик. Со всеми ими я играю. Я хочу стать футболистом. Моя любимая футбольная команда – это Батайск. Когда я вырасту, я хочу быть полицейским, ловить преступников и защищать наш город. На садик есть футбольный стадион. Я люблю там играть с друзьями в футбол. Мне нравится занятие с Ольгой Львовной, когда мы цифры изучаем. Мне нравится гулять на улице и играть в мячик. Я любимая воспитательница Ольга Львовна. Мой любимый воспитатель Ольга Львовна, потому что мы с ней занятия по цифрам делаем. Добрая, дает нам гулять. Я желаю, чтобы у моих воспитателей были добрые и хорошие дети в следующем году. Я хочу, чтобы они про нас никогда не забывали. Детский садик. Пока. Здравствуйте, меня зовут Саша. Я хожу в садик «Шаг в будущее». Здравствуйте, меня зовут Елисей, мне 6 лет. Я хожу в садик «Шар будущего». Когда я вырасту, я хочу стать гонщиком, потому что мне гонки нравятся, там быстро гоняют на машине. Я хочу стать психологом, потому что я хочу с детьми проводить время. В детском саду больше всего мне нравится поиграть. Поспать. Самое любимое. Это макароны по-плотски. Спасибо нашему повару за такие вкусные обеды. В детском саду мне нравится поговорить с друзьями. Мои друзья – это Сёма и Егор. Мой любимый воспитатель – это Ольга Львовна. Потому что она
разрешает долго поиграть. Она так добрая, как мама. Моя любимая воспитательница Ольга Львовна, потому что она дает побольше поговорить. Если бы я был президентом, я бы в садике отменил все занятия. Если бы я был президентом, я бы из садик перестроил в школу, чтобы с ним не расставаться никогда. Оля, я буду учиться хорошо на пятерке и на четверке. Я буду учиться на пятерке с плюсом. До свидания, детский сад. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 6 лет, и я хожу в детский сад в группу «Непоседы». Здравствуйте, меня зовут Ульяна, мне 7 лет. Я хожу в садик в группу «Непоседы». Когда я вырасту, я мечтаю стать художником, потому что я очень красиво рисую, и мне всегда ставят очень хорошие оценки. Мои рисунки нравятся всем, всем, всем в детском саду. Так, когда я вырасту, я бы хотела стать танцором, потому что меня все берут такие танцы, и я очень часто выступаю. Мне нравится больше всего в детском саду, как мы гуляем. Когда мы ходим на пение, мне нравится, как мы поем, танцуем, как мы играем. То, что моя любимая игра – прятки. Мне нравится больше всем в детском саду воспитатели, занятия, друзья, игры. Мой любимый воспитатель – Ольга Львовна. Потому что она добрым голосом говорит, она нас обнимает. Моя любимая воспитательница – Татьяна Александровна, потому что она все знает и правильно говорит. Она тоже добрая всегда. Она нас многому, очень много научила. В детском саду у меня самая любимая подружка Ульяна и Маша. Мои любимые подружки — это Маша и Тася. Я хочу пойти в школу для того, чтобы хорошие оценки получать и много всего узнать. Я хочу в школу, потому что я хочу очень хорошо писать, чтобы у меня буквы красивые получались. И правильно я всегда писала. Когда мы пойдем в школу, мы будем очень-очень скучать по нашему любимому детскому саду. Наш детский сад самый лучший в мире. До свидания, детский сад. Меня зовут Тася. Я хожу в шаг в будущее. Детский сад так называется. Мне 6 лет. Меня зовут Вадим, мне 6 лет. Я хожу в садик в шаг в будущее. Когда я вырасту, я стану военным. Военные, они обучаются к институту НВД. И когда я вырасту, я бы хотела стать продавцом, продавать в магазине всякие там заколочки и всякие нарядики, потому что это все очень красивенько, я же девочка. Я люблю в детском саду рисовать. Мне вкусно из еды понравилось фасолевый суп. Мне очень нравятся прогулки, когда мы на зоне. Ну и еще моя самая любимая еда в детском саду – это макароны с мясом на второе. Мой любимый воспитатель – Татьяна Александровна и Ольга Вовна. Я люблю Ольгу Вовну, потому что она по утрам разрешает делать стулья в танк. Мой самый любимый воспитатель – Ольга Вовна, потому что она такая добренькая, и так и хочется ее поцеловать, как мама, в щечку.
Я хотел бы научиться в школе писать хорошо, и хорошо выводить буквы. Я бы хотел, чтоб я научилась писать, как все взрослые, и писать цифры, а то пишу цифры то правильно, то неправильно. Я очень буду скучать по детскому саду, потому что там такие, когда было свободное время, так было весело играть, и занятия бывают такими интересными. Я буду скучать, потому что ну, можно поспать в детском садике, а в школе нельзя спать. Еще можно в садике играть. До свидания, детский сад. Здравствуйте. Меня зовут Алик, мне 6 лет. Я хожу в садик «Шаг будущее». Я хочу, когда я вырасту, стать футболистом. Моя любимая команда в футболе – Реал Мадрид. Мы с братом болеем за эту команду. Мне больше всего нравится в детском саду ИЗО. Я люблю рисовать открытки, аппликации делать. Писать люблю, рисовать. В детском саду самые лучшие мои друзья – Егор, Ярик и Толик. Еще иногда я играю с девчонками. Самая любимая воспитательница в детском саду в группе – Ольга Львовна, потому что она заботливая, хорошая и уважающая. Самый любимый преподаватель – Екатерина Сергеевна, потому что она очень заботливая, ласковая и хорошая. У нее очень интересное занятие. В школу ходит за знаниями. Я знать весь алфавит, быть отличником и все. Мама обещала тебе учиться только на пятерке. Самое любимое блюдо в детском саду – рыбная котлета. До свидания, детский сад. Я буду скучать. Здравствуйте, меня зовут Мария Стукова, мне 7 лет, я хожу в садик «Шаг в будущее». Я хотела бы стать тренером по гимнастике. Тренируемся, тянемся, и также я выиграла место 6 на соревнованиях. Мне нравится одно занятие, это ИЗО, потому что я очень люблю рисовать. В детском саду моя любимая подруга Тася. Моя любимая воспитательница Ольга Львова. Ну, она красива, у нее черные волосы. И просто я ее очень сильно люблю с детства. В школе учатся. Ну, там можно играть. И также это место, где можно заниматься всем, как и в садике. Но школа – это более старшее место, где можно находиться. Я очень буду скучать по детскому саду, потому что я его очень сильно люблю. Мое любимое блюдо – это пюре. А моя любимая игра на улице – прятки. Далее детский сад. Меня зовут Рома. Мне 6 лет. Я хожу в садик «Шаг в будущее». Меня зовут Саша. Мне 6 лет. Я хожу в садик «Шаг в будущее». Когда вырасту, хочу стать доктором, травматологом. Когда вырасту, я хочу стать гонщиком, потому что он быстро гоняет, и у него классная тачка. В детском саду мне нравится занятие и Екатерины Сергеевны. Мы тут играем. В детском саду мне нравится занятие по грамоте. Мы там выкладываем числа, слова. Мой любимый воспитатель Ирина Алексеевна. Добрая, смешная. Мой любимый воспитатель – Татьяна Александровна. Потому что Ольга Львовна не занимается с нами по грамоте,
а Татьяна Александровна занимается по грамоте. Я хочу быть самому, и мне Татьяна Александровна в этом помогает. Мое самое любимое блюдо утром омлет. Самое любимое блюдо – макароны по-флотски. Мои любимые друзья – Мелания и Зара. Мои любимые друзья – Егор Катин и Ярик Фоменко. Платон и Миша. Я хочу очень пойти в школу, потому что я уже вырос, и сколь мне будет интереснее. Но я никогда не забуду свой любимый детский сад. Меня любимая школа, потому что там много можно получать знаний. И я хочу быть умным. Там хорошие занятия есть, зарядка. Я хочу пойти в школу и быть умным самым сильным. До свидания, любимый детский сад. Ваши ручки легкие, ваши ножки легкие, все ваше тело становится легким, как облачко. И вот вы подплываете к самому большому, самому пушистому, самому красивому облаку на небе.
Маша. Ролина. Ульяна. Я Маша. Я Тася. Я Платон. Я Вадим. Я Миша. Я Толик. Я Саша. Я Ай. Я Алик. Я Рома. Я Лёша. Я Саша. Thank you.
нашем светлом зале ребята собрались в последний раз. Здесь будет море радости и чуточка печали. Они от нас уходят в первый класс. Под ваши бурные аплодисменты и с улыбкой на лице встречайте не просто дети, а почти первоклассники. Посмотрите на нас, Али!
Thank you.
пойду и погрешу. Не хочу я книжку, не умею я читать. Ну,
возьми хотя бы краски, порисуй картинку, сказку. Руки пачкать, краски брать. Не хочу я рисовать. Ну, не хочешь краски брать, можно спеть или сплясать. Ну, покажи-ка мне, чему научилась ты в саду. Неохота, не могу, не желаю, не хочу. Все, отстань от меня. Что ж одна ты будешь делать? Я хочу быть королевой. Чтобы королевой стать, нужно очень много знать. Нужно, доченька, учиться, не грубить и не лениться. И тогда, быть может, верно станет королевой. Ну, заладила опять. Надо многому узнать, надо многому учиться. Не привыкла от них. Здесь два слова я люблю. Не хочу, не могу. Что ж, пускай случится чудо. Я уйду сейчас отсюда. В сказке может все случиться. Друг и чудо. И помощь пригодится. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ведь нет ничего дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если усталость валит с ног, совладать с собой нет мочи. Ну а к вам подошел сынок, или дочка протягивает руки. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье, короткий миг, будь вы счастливым, поспешите. Ведь растают, как след весной, промелькнут дни золотые эти. И покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будет вам не хватать? В это время опять вернуться, чтоб им маленьким песню спеть, щечки нежной губами коснуться. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливы всех. Берегите, пожалуйста, детство. Дорогие ребята, сегодня очень важное событие
сегодня первый в вашей жизни выпускной бал. Мы все поздравляем вас с этим праздником. Хочу пожелать вам, чтобы ваши первые школьные шаги были просты, понятны, легки. Удачи вам и успехов в учебе. Мы приступаем к церемонии награждения. Дипломом выпускника награждается Давтян Каролина. Василия Бангерталь, Таисия. Ramazan Islam.
Вадим.
Благодарственное письмо вручается родителям Карапетян Зары. Спасибо вам большое за помощь. Благодарность родителям Батолина Дмитрия. Благодарственное письмо родителям Кахно Романа. Спасибо. Благодарность родителям Власенко Марии. Благодарность родителям Васильевой Барья Таисии. Благодарность родителям Владимировой Арины. Спасибо большое. Благодарность родителям Дафнян Каролины. Спасибо большое. Благодарность родителям Стуковой Марии. Благодарность родителям Смиренко Артема. Благодарность родителям Рамазанова Ислама. Благодарность родителям Снегирева Платона. Благодарность родителям Шевченко Александра. Кирокосян Анатолия, спасибо. Благодарность родителям Локтионова Александра, спасибо. Благодарность родителям Катина Егора. Благодарность родителям Командинова Александра. Благодарность родителям Загутина Вадима. Благодарность родителям Гунина Михаила. Спасибо. Благодарность родителям Лавина Тимура. А сейчас предоставляется слово родительскому комитету. Выпускники, поздравляю вас с этим торжественным и немножко грустным днем окончания детского сада. Уверен, вы все здесь привели друзей. Хочу пожелать вам сохранить эту дружбу. У меня есть друг детского садика. Желаю вам успехов в школе. Уважаемые сотрудники, благодарю вас за большой вклад, за творчество и огромное внимание к нашим детям. Ольга Анатольевна, большое вам спасибо за этот оазис, райский уголок, который вы сумели создать, за ту команду, которая трудится из-под ваших началов. Большое вам спасибо. А можно нам еще благодарность, да? Мы бы хотели...
замечательно, психолог, а по совместительству нашу мамочку из нашей группы, Елизавету Сергеевну. Большое вам спасибо, что вы у нас есть. Вы нам очень помогаете в работе. Очень благодарна.